ответить на вопрос. Все вопросы. Кому? Вы можете позвать? Мы подвергаем явную дискриминацию по журналистскому признаку. Звоните. Каких-то журналистов запустили, каких-то нет. Вот такая ситуация. Почему не пускают? Не, народу-то не много. Назовите их в комиссии по регламенту и эстетике. Читайте письме. Шестопалов. Уважаемый Шестопалов, нужно срочно созвать комиссию по регламенту и этике, потому что избиратели и прессы не пускают. Вообще никого не пускают. Помогите нам, пожалуйста. Иначе не сами людей придется сейчас. Здесь наглядно нарушают наши права. Вот еще один депутат. Вот еще один депутат. Помогите, пожалуйста. Поднимите вопрос. Уважаемый депутат, поднимите этот вопрос. Давай. Уважаемый депутат, пропустите пресс, возьмите прессу с собой. Вы же ваши избиратели для того, чтобы мы лучше слышали, вы же нас защищаете. Свой карман защищает. 2 минуты назад вы говорили, я должна в списке. Сейчас про списки говорят, вообще никаких списков не было. Вы что не сами стоите? Но это же не полиция. И что совещание уже идет? Вы воспрепятствовали проходу прессы. 144-я рука. Просили выйти Матвеев. Он является председателем Хабаровской городской думы. Вы его не зовете. Сказали, что комментариев не даете. Вас никто не просит давать комментарии. Позовите, пожалуйста, человека, который уполномочен давать комментарии. Называется свободный вход, да? Открытое мероприятие. Без каких комментариев? Я не прошу вас комментариев. Я прошу позвать, пожалуйста, Матвея.